Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня нам предстоит стать свидетелями рождения нового шоу. Сегодня у нас проводится отборочный тур конкурса «Евровидное». Так креативно ребята из Видновской школы номер один решили представить свою участницу на конкурсе «Видновчанка-2015». Надежда Белоусова не первый раз показывает себя с большой сцены. Но если раньше она просто помогала старшеклассницам, то сейчас она сама в роли конкурсантки. Мы сделали основной акцент на юмор в нашей визитке. Мы хотим доставить людям удовольствие. Девчонки стараются показать всю многогранность своих талантов. Ведь надо проявить не только артистизм, умение держаться на сцене, но и показать свою эрудицию. К выступлению готовятся заранее и самостоятельно. Нет, паники абсолютно никакой не было. Мы спокойно написали сценарий, спокойно все обсудили. Каждая девочка свою лепту вносила в это. Что-то может тут исправить, что-то в этом. И поэтому получилась такая очень объемная постановка. У каждой девушки есть своя команда поддержки. Для того, чтобы хорошо выступить, необходимо сначала тщательно подготовиться. Поэтому процесс репетиций ничем не легче, чем само выступление. Это происходило очень проблематично. Потому что все собиралось из маленьких кусочков в большой пазл. И я думаю, что этот пазл получился довольно прекрасным. Конкурс «Видновчанка» проходит в Ленинском районе с 1996 года. Ежегодно жюри выбирает самых красивых, умных, добрых и талантливых девушек. Предварительный отбор проходит по школам. Затем претендентки сражаются в полуфинале. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то изумительно декламирует. И дальше они в этом конкурсе, я думаю, оттачивают свое мастерство. И именно здесь и выявляют, а оказывается, я вон еще какая. Так что нам, я думаю, этот конкурс еще долго будет помогать находить звездочек в нашем районе. Все участницы полуфинала были достойны победы. Но правила конкурса неумолимы. И только 4 девушки вышли в финал. Это ученицы ВХТЛ, Видновской гимназии, Бутовской школы и Видновской школы номер 4. Елена Бабина, Евгений Садовский, Видное ТВ.